Котельная на улице Металлистов зимой будет согревать 14 домов Кировского района. Все подготовительные работы здесь уже выполнены. Замечания по содержанию прилегающей территории и по внешнему виду самого здания котельной сделал первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко во время плановой проверки. Навести порядок в кратчайшие сроки пообещали тепловики. Все работы в части подготовки плану предупредительных, то есть график ППР, выполнен. Остаются такие замечания, которые, в принципе, мы однозначно подберем, наведем порядок, получим паспорт готовности и могут никто не беспокоиться, что отопление будет включено в срок. Вторая точка в плане объезда – котельная на улице Краснодонская. От нее тепло зимой будут получать 19 домов. Здесь работы еще не завершены. Здесь штатная – это пусконаладка, это ревизия запорной арматуры, это вся автоматика, измерительные приборы. Не вижу каких-либо опасений, что мы может вопрос какой-то по котельной выпасть. Подготовка всех котельных в Самаре должна завершиться в сентябре. Ход работ на личном контроле главы администрации Самары. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.